учитесь славной истории легендарной крылатой пехоты, именами ее отцов-основателей. Равняйтесь на своих предшественников и старших товарищей, которые всегда с честью решали поставленные задачи при проведении специальных операций и миротворческих миссий. Воздушно-десантные войска имеют особый статус в нашей стране. Днем основания этого вида войск считается 2 августа. Чтобы почтить память тех, кто погиб, выполняя свой долг, в сквере имени химкинского десантника Игоря Жаринова был выставлен почетный караул. Май месяц 87 года разведрота Игоря Жаринова в районе населенного пункта Аль-Лихаль попала в засаду. Это был 345-й отдельный парашютно-десантный полк. Игорь Жаринов был командиром гранатометного отделения. Со своим расчетом он уничтожил крупнокалиберный пулемет и миномет противника, чем обеспечил прорыв роты из окружения. Сам он в этом бою погиб. В акции приняли участие воспитанники военно-патриотического объединения «Сова», лидеры движения общественной поддержки «Химки. Интересно жить» и представители администрации. Участники почтили память героев Великой Отечественной войны, воинов-интернационалистов и всех, кто отдал свою жизнь за родину. После официальной части состоялась церемония возложения цветов.